Факельные шествия, напоминающие те, что были в фашистской Германии, прошли в крупных украинских городах. Активисты праворадикальных движений, в том числе запрещенного в России правого сектора, таким образом отметили годовщину боя под Крутами. Речь о событиях 1918 года, когда на железнодорожной станции Круты в Черниговской области произошло вооруженное столкновение между силами Красной Армии и Украинской Народной Республики, заявившей об автономии. Тот эпизод на Украине теперь преподносят как символ борьбы за независимость. И вот марши в Киеве, Львове, Харькове, Херсоне, Запорожье. В Днепропетровске националисты пошли еще дальше, снесли памятник революционеру Григорию Петровскому, в честь которого назван город. Сначала пытались пилить его болгаркой, затем подогнали грузовик и повалили с помощью троса. А во Львове решили заодно выразить протест действующей власти. Участники шествия в поддержку политзаключенных облили краской магазин, принадлежащий кондитерской фабрике Петра Порошенко, а рядом на дереве повесили чучело президента.